Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин. Глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник. Глава Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий. И глава Херсонской области Владимир Васильевич Сальда. Подписывают договоры между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Российской Федерацией и Запорожской областью. Российской Федерацией и Херсонской областью. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики. Луганской Народной Республики. Запорожской области. И Херсонской области. И образование в составе Российской Федерации новых субъектов. Исполняется государственный гимн Российской Федерации.